Казахстанские таэквондисты отправляются на чемпионат мира, где будут разыграны олимпийские очки в Рио-де-Жанейро. Национальная команда в составе 16 человек проводит заключительный сбор на спортивной базе под Астаной. Чемпионат пройдет в российском Челябинске. На самом престижном форуме по таэквондо тренеры рассчитывают на выступление Нурсултана Мамаева. Он серебряный призер молодежных олимпийских игр и Азиады в Инчхоне. Ставка делается и на других лидеров команды. С начала года спортсмены выступили на 10 лицензионных соревнованиях и заработали 19 медалей. Идет полное финансирование. Участвовали с начала года на сборах. В спортивной базе АИБА проходили сборы. Проходили сборы в Корее у нас. Вот перед этим участвовали на больших турнирах. Отдельно тренируются 5 спортсменов, которые во главе с французским тренером Филиппом Пинертом. И сейчас они вот проходят сборы со сборной Кореи. И завтра они уже прибудут. И вместе с их командами мы уже 8 мая едем на чемпионат мира.